Пломбир шоколадный, белый глазурь с кокосовой стружкой. Всем доброго времени суток, дорогие подписчики. На десерт у меня пломбир шоколадный с кокосовой стружкой. Пломбирчики. Батя в стаканчике прикупил себе такой. Вот, вот такой, ну, вот такой не нравится, мне стаканчик больше нравится. Белая глазурька. А сейчас летом только такой надо. На 36 градусов жара. Наша местная Маратска. А 10 не тянет. 8 с минусом. Вот это холодное, пока донес не растаял. Не успел. Там растает. Когда помоложе был, я ни одного дня не пропускал, чтобы мороженое съесть. Прям фанат был мороженого.